Вместо квадратных метров – количество человек. Так будет рассчитываться плата за вывоз мусора. Что еще изменится в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в нашем материале? За вывоз всего мусора в республике будет отвечать одна организация – региональный оператор. Его уже определили – это экоцентр. Тариф сложится из трех компонентов – работа самого оператора, транспортировка мусора и захоронение на полигоне. Сумма пока не определена, но по примерным расчетам это будет 75-80 рублей с человека. Расчет очень предварительный, максимально подробную информацию по стоимости мы будем давать после того, как региональный оператор у нас получит тариф, это будет середины и конец августа. Сейчас же тариф по республике в среднем равен 2 рублям за квадратный метр. Да, в некоторых случаях будет повышение цены. Ну, чем больше людей живет, тем больше будет платеж. То, что сегодня мы берем плату за квадратный метр, будем брать с людей. Но в то же время, если, допустим, в двухкомнатной квартире 50 квадратных метров, опять же, проживает на сегодняшний день один человек, то, соответственно, у него расходы будут меньше. Заключить договоры с региональным оператором обязаны все управляющие компании и собственники жилья. Сейчас жители республики получили уведомления, образцы договоров. С этим проектом договора на сегодняшний день делать ничего не нужно. Максимум, что можно и нужно делать, на самом деле, это указать и предоставить региональному оператору любым удобным способом те данные, которые там запрашиваются. Да, там такая табличка есть, уведомление. Это место сбора отходов, там где стоит контейнер, количество контейнеров и их объем. Отправлять данные нужно лишь жителям частных секторов и юридическим лицам. В многоквартирных домах эту работу выполняют управляющие компании. Ожидается, что региональный оператор начнет работать с 1 октября этого года. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика.